подруг «Весна», и я, Настя Полякова, предлагаю вам весенний макияж. С наступлением весны можно заменить зимний тон с питательными маслами на более легкий. Также стоит сменить питательный крем на увлажняющий, так как морозы уже позади. Стоит использовать светоотражающую пудру, она придаст вашему лицу легкость. Обязательно натуральный весенний румянец. Наносим пальчиком кремообразные румяна розового цвета. Весной природа расцветает, все цвета нежные, сочные и свежие. Попробуйте передать их в макияже. Нанесите на подвижное веко золотисто-салатовые тени. А внешний уголок глаза слегка подчеркните серыми или коричневыми тенями. Под бровь наносим матовый натуральный оттенок. А на внутренние уголки глаз так называемый белый сатин. Это придаст взгляду свежесть. На губы наносим персиковый блеск. Главное в весеннем макияже – это не перегружать лицо. Пусть оно светится изнутри.